привет, меня зовут Аня. Я мастер ногтевого сервиса. Сегодня мы поговорим об одном из самых трендовых дизайнов 2016 года, о битом стекле. Ссылочки на пленочки будут внизу. Для меня существует три критерия качества. Это яркость пленки, толщина ее, чем тоньше, тем лучше, и пластичность. Пластичность нужна для того, чтобы когда вы наносили на ноготь под топ, вот концы вот этой вот битого стекла не торчали сквозь топ. Для демонстрации я подготовила 4 типсы. 2 светлого тона и 2 черные, чтобы как можно лучше показать именно как это будет смотреться на цвете. Буду показывать я 2 дизайна. Один классический, стандартный, именно как битое стекло. И сейчас очень модный тренд, когда посередине линия, ну и там уже какие-то рисунки. И для начала я подготовлю нашу пленочку. Я порежу ее на мелкие кусочки, а также сделаю 2 таких параллельных линии для дизайна большого длинного. С оранжевой пленочкой проделываем абсолютно все те же манипуляции. Теперь берем типсу и покрываем ее топовым покрытием. Стараемся перекрывать довольно тонким слоем, чтобы у нас в итоге ноготок не был толстым, потому что сверху после пленочки перекрывается обычно такой дизайн еще 2 слоями топа. Так, теперь берем удобную вам кисть, у меня вот такой, грубо говоря, дотс, и размещаем наш дизайн. И первое впечатление, которое я уже могу сказать, довольно пластичная пленочка. То есть, как вы видите, она пока еще нигде не выпирает из топа. Пленочку по краям обязательно прижимайте к ноготочку, чтобы как раз таки не было вот этих торчащих со всех сторон уголочков пленки. Когда ваш дизайн вас устроил, отправляем его в лампу, в LED-лампу на 30 секунд. Так, как вы видите, топом я еще не покрывала, пленочка нигде не торчит, ну и дает безумно красивый перелив. Теперь покрываем 2 слоями топа. Так, теперь я покажу, что делать с вот таким вот дизайном, когда наша пленочка посерединке ногтя. И для дизайна нам понадобится черная гель-краска, любая, и лайнер, кисть-лайнер. Теперь берем золотую фольгу для литья и отпечатываем. Вот такие дизайны у нас получились.
Очень была рада помочь. Совмещайте технологии, совмещайте дизайны, задавайте вопросы. Пока-пока.